когда все играли в ферму в интернете, я играла в настоящую ферму. Всегда у меня была мечта свою ферму открыть к посещению. Этого не случилось и, вероятно, не случится никогда. На днях мне пришла такая мысль, идея сделать возможным виртуальное посещение фермы. А вот за просмотр ставьте, пожалуйста, лайки. Мне будет приятно. И не забывайте подписываться. Также комментируйте. Я буду отвечать в новых роликах, в следующих. Если будут вопросы, будут ролики. Я покажу вам, как я играю с этим. Младшая в нашем табуне на сегодняшний день. Чуть-чуть мои камеры крадут. Ну, в принципе, для первого видео достаточно. Можем с вами прощаться. Пока. Ставьте лайки, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал. Ну, надеюсь, что эта затея не закончится на этом первом видео, и вам будет интересно. Пока!